В Армению вернулось большинство пациентов, лечившихся за рубежом после взрыва у Степанакерта. Часть пострадавших, около 20 человек, ранее были отправлены на лечение в США, Францию, Бельгию, Болгарию, Испанию и ряд других стран. Лечение было бесплатным. Замминистра обороны Армении Арман Саркисян и посол Франции в Армении Оливье де Котиньи открыли в военной академии имени Вазгена Саркисяна в Ереване аудиторию французского языка. Число поступивших в военную академию стало в 5 раз больше, чем курсантов, которые окончили учебу в 2022 году. Сейчас в Армении приняты законодательные изменения для повышения привлекательности поступления в академию в виде возможности получения квартиры в Ереване. Кроме того, молодым офицерам предлагается зарплата вдвое выше, чем было раньше. В вооруженных силах Армении формируется командование территориальной обороны. Министерство обороны подготовило и скоро введет в обращение закон о территориальной и местной обороне. Также формируется командование территориальной обороны, которое будет заниматься координацией подготовки резервистов. В течение последних 2 лет закупки Министерства обороны Армении у местных компаний военно-промышленного комплекса увеличились в 20 раз. В 2023 году велись также интенсивные инженерные работы, и основная часть проблем сведена к минимуму. Армения планирует ввести в войсках военную форму в соответствии со стандартами НАТО. Речь идет о полевой форме. Министерство обороны объявит тендер. После появления формы ее продажа будет запрещена законом. В тюрьмах Армении сидит 199 иностранцев, больше всего граждан Ирана – 59 человек, на втором месте граждане России – 38 человек, третье место делят представители Грузии и Турции – по 14. Несмотря на большое количество граждан Индии, проживающих в Армении, ни один из этих законопослушных людей не сидит в армянских тюрьмах. Сегодня в районе Эребуни в Ереване произошел взрыв. В результате обрушения пострадали люди. Как минимум 2 человека погибли. Кроме этого, извлеченный из-под завалов мужчина средних лет и пожилая женщина проходят сейчас обследование в больнице Эребуни. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека или другие тяжкие последствия. Член Национального совета Евангелической народной партии Швейцарии Ни Гугер приехал в Азербайджан в качестве официального и аккредитованного наблюдателя за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Как только он приземлился в Баку у дипломатического входа, его остановили сотрудники полиции в форме. Они конфисковали его паспорт и отказали во въезде. Тот факт, что азербайджанский режим так отказывается от миссии наблюдателей, представляет собой новый уровень эскалации, заявил Гугер. Данные по выплатам на рождение и содержание детей в странах Южного Кавказа. В Армении на первого и второго ребенка 53 тысячи драм, это 12,5 тысяч рублей ежемесячно до 2 лет, и по 300 тысяч драм, 70 тысяч рублей единовременно при рождении. На третьего и последующих детей 50 тысяч драм, 12 тысяч рублей ежемесячно до 6 лет, единовременно при рождении 1 миллион драм, 230 тысяч рублей. В Грузии до 1,5 лет 8 тысяч рублей ежемесячно, единовременно при рождении 250 лари, 10 тысяч рублей. В Алиевском Азербайджане 200 манат, 10 тысяч рублей и давай до свидания. Без учета нефтегазового сектора экспорт 10-миллионного Азербайджана в прошлом году в 2-2,5 раза уступил по объемам экспорту Армении и Грузии, суммарное население которых не достигает и 7 миллионов. Армения примет участие во Всемирном инвестиционном конгрессе в Дубае. Конгресс представляет собой глобальную платформу инвестиций и развития, которая дважды в год собирает более 6 тысяч заинтересованных сторон из 160 стран мира. Уже 50 международных гигантов платят НДС в Армении. 2 года назад Кабмин принял закон, обязывающий иностранным компаниям-нерезидентам платить НДС за электронные услуги, оказываемые жителям Армении. Для этого была создана новая электронная платформа «ИВАТ». В 2023 году системой ИВАТ пользовались уже 50 крупных международных организаций – Google, Facebook, TikTok, Spotify, Amazon, Netflix, eBay и другие.
Совокупно в прошлом году они уплатили в госбюджет Армении около 2,7 миллиарда драм, 6,7 миллиона долларов. Для сравнения, в 2022 году эта цифра составила в половину меньше. Гостиница Golden Palace в Цахкадзоре, которую правительство взыскало с экс-руководителя таможенной службы Армена Аветисяна как незаконно нажитое имущество, открылась под новым названием 88 Hotel and Spa. Гостиницу не могли продать 3 года. Это удалось сделать лишь 7-й попытке. Компания, купившая Golden Palace за 10 миллионов долларов, также представила дополнительную инвестиционную программу в 9 миллионов долларов. В Ереване состоялась конференция на тему «Искусственный интеллект для бизнеса», на которой главные эксперты в этой сфере обсудили перспективы развития искусственного интеллекта в Армении. 2 февраля в Матанадаране прошла конференция, собравшая лидеров отрасли, мыслителей-новаторов и экспертов в области искусственного интеллекта с целью изучения передовых стратегий развития данной сферы в Армении. Мероприятие началось с выступления заместителя председателя Национального собрания Республики Армения Акопа Аршакяна. Он уделил внимание важности совершенствования данной сферы в Армении и подчеркнул, что в стране есть все необходимые для этого условия. С приветственной речью выступили также министр экономики Армении Ваган Керопян, министр высокотехнологической промышленности Мхитар Арапетян и президент Центрального банка Мартин Галастян. В числе спикеров конференции был ведущий американский специалист армянского происхождения в области высоких технологий Пауло Пирджанян, который представил участникам конференции свое изобретение – робота Мокси, за который он получил главный приз в номинации «Искусственный интеллект» на международной выставке технологий и электроники в Лас-Вегасе. Робот, обладающий безграничными знаниями, эмпатией и терпением, создан специально для детей и должен стать для них незаменимым помощником. Конференцию посетил также предприниматель, специализирующийся в области искусственного интеллекта, Давид Ян, который обратил внимание на то, что Армения может сыграть серьезную роль в мировой экосистеме развития искусственного интеллекта. Значимость искусственного интеллекта я оценю очень высоко. Это технология, это явление, которое раньше сравнивали с изобретением электричества, но сейчас все больше и больше начинают сравнивать с изобретением письменности. Настолько серьезное влияние это явление окажет на развитие всего человечества. Что касается конкретно Армении, то мне кажется, у Армении сейчас есть шанс занять серьезную роль в такой экологической цепочке, связанной с технологиями искусственного интеллекта. И у меня по этому поводу было 2 идеи, которые я рассказал премьер-министру и рассказал моим коллегам. Одна из которых это связано с созданием цифровых сотрудников для всего мира. Во всем мире появится более 300 миллионов digital workers, digital employees. И Армения могла бы стать хабом, международным хабом, который бы создавал этих сотрудников для всего мира. А вторая идея заключается в том, чтобы создать в Армении AI city, город, в котором бы жили 25 тысяч семей из 100 стран мира, и которые бы смогли передавать свои персональные биометрические и любые другие персональные данные в этот город. И в этом городе появилась бы абсолютно уникальная для мира информация, большие данные, на основе которых были бы изобретены новые лекарства, новые научные открытия. Как отметили остальные спикеры конференции, потенциал искусственного интеллекта огромен. Он может повысить производительность, трансформировать различные отрасли и улучшить качество жизни людей во всем мире. Сона Галдунс, Эрнест Харутюнян, Хайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. Авиакомпания Fly One Armenia запустит рейсы по маршруту Ереван-Ницца-Ереван. Выполнение авиарейсов по этому маршруту начнется со 2 мая, 2 раза в неделю. Авиакомпания Eurowings расширяет направление полетов в Германию из Еревана. С 4 мая запускаются рейсы в Берлин по субботам, с 12 февраля в Дюссельдорф по понедельникам, со 2 мая в Кёльн по четвергам. В Армении на 3-4% снизился уровень смертности от онкологии. В то же время в стране ежегодно фиксируется рост случаев выявления онкологических заболеваний.
В рамках недели армянской культуры в Каннах проходят широкомасштабные виртуальные путешествия в увлекательный мир армянской истории, культуры и искусства. На всех мероприятиях присутствует замечательный друг армянского народа, умелый управленец и хозяйственник, мэр города Канны Давид Леснар. В Греции будет основан Центр армяноведческих исследований. Хованес Мартиросян завоевал вакантный чемпионский пояс IBO Intercontinental в первом полусреднем весе. На боксерском вечере в Бельгии Мартиросян победил Тони Рашида техническим нокаутом в 8-м раунде. Мануэль Петросян выиграл турнир Армении по быстрым шахматам, получив право участвовать в чемпионате мира. На втором месте оказался Шан Саркисян. Бронза досталась Завену Андреасяну. Международный хоккейный турнир «Ереванские ночи 2024» стартовал в Армении. Сборная Армении и Solar Bears, город Лимассол, Кипр, уже провели первый матч. Армянские хоккеисты победили 11-0. В итоге хоккейная сборная Армении стала победителем турнира «Ереванские ночи». В последнем матче национальная команда разгромила Роспрессу 10-1. Легендарный армянский альпинист Лев Саркисов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он был первым армянином, поднявшимся на самую высокую вершину в мире – Эверест. Светлая память легенде альпинизма. На наш скромный взгляд, репатриация, демография, сохранение населения – это один из самых важных вопросов для нашей небольшой республики. По сути, все предыдущие годы можно условно назвать Великой Армянской депрессией. Ведь когда все хорошо, страну не покидает 30% населения. А за 30 лет независимости из Армении эмигрировало 1 600 000 – 1 700 000 человек. Помимо того, что нужно сделать все, чтобы как минимум 90% арцахцев осталось в Армении, нужно также постараться вернуть или быть готовыми к возвращению хотя бы части армян диаспоры на родину. Да, это вызов для правительства в первую очередь. Это вызов прежде всего экономический. Людей надо будет занять работой. Работа должна быть во всех регионах республики. Она должна оплачиваться как минимум не меньше, чем репатриант получал в той стране, где он жил прежде. Речь идет прежде всего о репатриантах из стран бывшего СССР, в основе своей России, Беларуси, Украины и так далее. Давайте для примера посмотрим на американскую Великую депрессию. Длилась она 10 лет в пиковом значении. Люди жили очень плохо. Кроме того, за счет мигрантов из Европы количество населения США в те годы увеличилось почти в 2 раза. Естественно, мигрантам нужны были средства для существования. И вот на такую разрушенную экономику Америки 30-х на руины пришел Рузвельт. В 1935 году Рузвельт своим указом создал управление рабочих проектов. Это была амбициозная программа занятости, которая помогла в итоге победить Великую депрессию. За 8 лет своего существования эта программа привлекла к работе около 8,5 миллионов американцев. Они построили более 4000 новых школьных зданий, 130 больниц, проложили около 9000 миль ливневых стоков и канализационных линий, возвели 29000 новых мостов, аэродромов, проложили или отремонтировали 500000 километров дорог и даже посадили 24 миллиона деревьев. Управление рабочих проектов США было закрыто, когда безработица сократилась с рекордных 20% в 1935 году до 2% в 1943. Часто говорят, что выйти из Великой депрессии Америке помогла Вторая мировая война. Но это не совсем так. Реформы Рузвельта создали трамплин для экономики. Они подготовили страну к испытаниям и вызовам войной. Армении необходима программа выхода из 30-летнего кризиса. И пусть никого не обманывают успехи в экономике Армении последних 2 лет. Это все может стать пустоцветом, так и не дав плоды. Потому что нужны проекты национального масштаба, способные поднять планку экономических амбиций республики и диаспоры. Иначе мы так даже каскад достроить не сможем. И по-другому это не работает. А ведь амбиции были во времена строительства Ереванского метро, атомной электростанции в Месоморе, почти 1000 километров железных дорог и автомобильных, многих заводов и фабрик в 60-е и 80-е годы прошлого века. Многое тогда было сделано. Сделано так, что на этом багаже мы жили по инерции все 30 лет. Коррупцию и экономическое предательство я сейчас даже не обсуждаю.
Нужен план, экономический план. В Южной Корее и Индонезии были 5-летние планы. В Тайване 4-летние. Большинство людей так устроено. Им нужна внятная, проговоренная и прописанная программа действий. Такая программа действий нужна и армянскому народу, а не только лозунги о благих намерениях. Всех благ. До встречи в программе «Послесловие» на канале «Хайк Медиа».